Приветище, это игра «Я хлеб», и мы продолжаем. Продолжаем путешествие нашей мякушки до тоста или того, что похоже на тост, чтобы сделать из себя отличный румяный тост. Если мы это не сделаем, то это будет плохо. Мы не сможем порадовать своего хозяина. Хозяин, если ты не смотрел первую нашу часть прохождения этой увлекательной игры, игруха очень сложная, она напоминает мне, знаешь, что? Чувака, который прыгает в чане с молотком. Вот, это такая же игруха. Здесь каждый раз, каждая миссия заключается в том, что у нас нет обычного тоста, при помощи которого мы можем подрумянить себя. Нам нужно постоянно искать новые источники тепла и того, что может нас поджарить. Собственно, я сейчас уже вижу источник, возможно, это лампа. Если она очень хорошо греет, то она может нас подрумянить. Вот. Помимо всего этого, мы путешествуем как бы своей мякушкой и ломаем все, что тут есть. Вот, например, я могу здесь вилку откинуть немножечко, да? Могу сломать тарелку, если очень постараться, хотя я думаю, что навряд ли это сейчас получится. Ну и хозяин, когда приходит домой, он видит, что тут валяется хлеб, разруха, и он считает, что тут кто-то проникает в дом. И вот, бутылку разбил, вообще офигенно. Самое главное, это не упасть на пол, иначе мы испортимся, мы будем грязные. О, пластырь наклеился, шикарно. Мы будем грязные, и нас никто не захочет съесть. Кстати, смотри, съедобность у меня уже 19%, это как? Это из-за чего? То, что на меня пластырь наклеился? А, там еще и вам волосинка какая-то приклеилась. Ну, понятно. Ладно, я думаю, надо начать сначала, потому что уже все пропало. Давай упадем в носки. Вот так вот. Мы стали грязнее и, соответственно, переиграем еще разок миссию. Значит, тут окно у нас слева. По стеночке мы можем. Давай сразу на стенку попробуем. И как Человек-паук. Пойдем. Оп. Давай наверх. Вот таким вот макаром. А теперь делаем, смотри, что. Хоп. Надо хорошо соображать, какие кнопки нажимать. Особенно, когда ты хлебушком по диагонали или вот в таком положении. Бывает, что путаются кнопки. Пока что у нас все отлично. Вон, бутылки вижу. Почему это мы? Стойте, тут грязная, что ли, стенка? Не помытая? Ужас какой. А как мне теперь отсюда выбраться-то? Я даже наверх не смогу вылезти. Ладно. Ладно, сейчас попробуем. Выкарабка отсюда. Давай, хлебушек, только не упади, пожалуйста, вон туда. Под комодное пространство. Там очень пыльно и грязно. Спокойно, спокойно, вот отлично. Значит, делаем вот так. Бутылочки нам как бы нежелательно разбивать. Единственное, что плохо, это тут стенка, да, довольно грязная, поэтому как бы все ясно. Как бы нам теперь перебраться вон на ту на коробочку-то? Вот, на эту бы коробочку. Так, нам нужно, знаешь что, развернуться вначале вот так вот сделать. Отходим. Потом раскачиваемся. Как думаешь, у нас получится это или нет? Да, етить, колотить, офигеть. Офигеть, получилось. Мы можем, кстати, эти коробки уронить, кажется. Если сильно постараться. Ой, бутылка падает, главное не на меня. Фух, разбили бутылку. Ну ничего, бывает. Я думаю, наш хозяин не сильно расстроится. Так, ладно, я понял, что мы здесь не пролезем. Давай мы чуть-чуть правее возьмем. Назад. И шлеп, хоп, на-на-на. Мы пролезли наверха. Так, спокойно, тихо. Захват. У нас, я забываю все время про захват. У нас сила захвата есть. Да, у хлеба есть мышцы, поэтому если ты слишком долго будешь за что-то хвататься, держаться, то силы тебя покинут, и ты упадешь. Что нам как бы не к месту вообще. На стенку, наверное. Тут уже стенка более-менее, да? Поэтому по-хорошему, может быть, кружки скинуть, я не знаю. Так, ну что, мы сможем? Сможем на эту деревянную штуку залететь? Как думаешь, сможем или нет? Или не рисковать и сразу на стенку? Давай не будем рисковать. Сейчас мы развернемся. Конечно, со стенкой будет сложновато. Вот так вот. Назад чуть-чуть. Чуть-чуть, вот так вот. Блин, далековато стенка, слушай. Очень далеко. Но попробовать стоит. Так, ладно, все, погнали. О, офигеть. Ай да я, а черт, тут мешает. Тут мешает нам коробки вот эта фигня. Так, если я сделаю, смотри, что. Смотри, что. Я сейчас могу упасть. Ё-моё, я сейчас упаду. Ё-моё, я сейчас смогу упасть. Грязно. Давай. Черт, черт. Японский городовой. Держись, хлебушек, надо сил набраться. Фух,
Фух-фух-фух. Значит, какой у нас план? Опрокидываемся на стеночку. Держимся. Нет, надо одним чем-то. Вот сюда, вот так вот, да, вот, отлично. Вот так вот. Да, только не туда, там грязно. Фух, получилось. А здесь снова такая же проблема. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот так. Да, пошла жаришечка. Захват. У нас проблемы с захватом, надо поскорее отсюда. Давай вот так вот сделаем. Воу! Хлыбысь. Все отлично, все прошло успешно. Сейчас поиграем в боулинг немножечко. Ну давай же, просто перекатись. Что? Почему ко мне приклеились? Что это такое? Почему ко мне это приклеилось? Я не понял. Боулинг. Мини-боулинг. Давай подползем. Все это просто вот так вот опрокинем. Я не понимаю, что это за фигня? Это конфетки, что ли, ко мне приклеились? Или это резинки, ластики какие-то? Что ж их? Фиг разберешь. Да, скорее всего, нам точно к лампе, там компы есть. Компы греются, особенно старенькие такие. Ну давай, я верю, что ты сможешь. Вот, долбаные кегли. Понапридумывали всякого. Давай мы, знаешь, что сделаем? Опачки, и по стеночке сейчас. А, тут картина, слушай. И там стенка грязная. Ха-ха-ха, стенка грязная, это, конечно, не очень хорошо. Давай поднимемся повыше, если у нас сил, конечно, хватит. Столько выдержать, я сейчас по-быстренькому вот так вот. А теперь смотри, что делаем. Теперь, не-не-не, тихо, не падай к стеночке. Вот. На картину просто упасть. Мы сможем это сделать? Давай попробуем. Раскачиваемся. Держись! Хлебушек, держись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, мы продули, потому что грязная стенка. Блин, а как же туда добраться-то? Сложноватенько. Ладно, попытка не пытка. Как тяжело быть хлебом, ты представляешь? Особенно живым. Что ж, по полу мы там явно не пройдем, хотя там ковер есть. Давай попробуем. О, подожди-ка. Смотри, что тут у нас появилось. Типа, ты... Как это называется? Ты слишком долго все проходишь, поэтому мы даем тебе... Ой, случайно картину уронил. В смысле, не картину эту. Ай, фиг с ним. Картина и картина. Так, вот что мне нужно сделать. Вот так вот мне нужно сделать. Мы сейчас берем, смотри, неуязвимость, и нам все нипочем. Да блин, не те кнопки жму. Запутался я. L1, L... Случайно разбил. Короче, мы можем, смотри, как сделать. Да давай, вперед. Вперед. Не хватается. Вперед. Да блин. Вот. Вперед. И поехали. Черт, надо. Я хотел эпично спрыгнуть отсюда. Вот так вот. Воу, бух. Все, поскольку у нас неуязвимость, мы можем ползти по полу. Это наша главная фишка. И еще у нас захват бесконечный. Это классно. Мы сейчас побьем все рекорды. Мы, конечно, станем грязными, очень грязными. Но что поделать? По носкам, по грязному белью. Вот так вот. Во, видал, как я прыгнул? Вот так вот. Правда, я уже плесневый какой-то, слушай. Так, ну вот когда по полу, то это вообще изи. Бризи. Это считай, с щитами играешь. Хардкор это не для нас в этой игре. Стенки. Я говорил, не говори мне ничего про стенки, потому что это слишком легко, но как видишь. Как видишь, я пошел по пути наименьшего сопротивления. Все, мы здесь. Я, кажется, научился ходить хлебом. Если ходить правильно. Ой, опилки, стружки от этого. От карандаша. Ужас, я бы такой не ел. Это дико стрёмно. Почему все так клеится к хлебу, я не понимаю. Вообще, в реальной жизни все не так. Это какой-то особенный хлеб. К нему все пристает, вообще все. Разобьем чашечку, нет? Нет, походу не разобьем. Вот так вот. Я ее могу с собой взять, в принципе, эту чашку. Давай. Хоп. Так, ну чё, под лучиком солнца, под лучиком света можно подрумяниться, нет? Чё-то нифига не подрумяниться. Мне, видимо, надо на лампу залезть, прям вот, ого-го, нифига себе. Или знаешь чё, может сюда что-то потащить? Ну да, да, сейчас я попробую вначале просто залезть. Может ее как-то уронить? Я ее могу схватить, давай мы ее попробуем уронить. Я, конечно, не знаю, получится у меня это или нет сейчас. Так. Не-не, я думаю, что не получится, это слишком тяжело. Прям капец как тяжело.
Хотя лампа качается, но нет. Нет, не получится. Ладно, попробуем что? Попробуем, значит, вскарабкаться на нее. Вон как качается. Давай еще разок. Ну-ка. Мы сейчас ее нафиг сломаем. Что-то не получается, конечно, сделать так, как я хочу. А мы можем ее поворачивать. Ладно, мы ее повернули. Подожди, мы ее повернули к стене. И вот по стенке можем вскарабкаться. Ну, вроде бы как. Вроде бы как. Так, L1R. О, да! Попробуем зацепиться за лампу. Ну, по крайней мере, что-то получается. Что-то жарится, но очень плохо, слушай. Может мне упасть сверху как-то? Давай наверх поднимемся. Давай наверх. И прямо на лампу шлепнуться. Попробуем. Ну, мы так не получается. Да, не получается пускать. Я хотел просто шлепнуться сверху на вот этот светильник. Типа, может он наклонится, но нет. Прикинь, я как-то умудрился зацепиться. Я даже не представляю, как это вышло, но это как-то вышло. Мне осталось только... Вот, отлично. Так, дальше, дальше, дальше поднимаемся еще выше. Как лампу шмантляет. Так, зацепились. Отлично. Я близко, я близко. Я как будто пытаюсь оседлать дикого быка. Слушай, это чертовски на это похоже. Лампу так колбасит, что это дикий запад какой-то. Так, спокойно, спокойно, лампа, спокойно. Если бы у меня не было здесь бесконечного захвата, я думаю, я бы не справился с этой лампой. Может, тут, конечно, другой какой-то подход есть, но я что-то сомневаюсь. Давай, есть. Отлично, я близко, я близко. О, мы ее почти наклонили. Но я думаю, что она все равно наверх опять поднимется. Даже если я ее наклоню. Но был зацеп, был. Вот, вот, отлично. Да, мы ее уронили. Уронили, только я теперь не знаю как. Давай на пол ее нафиг. Давай, тащи ее на пол. На пол тащи, Юрю. Получится, нет? Блин, это тупая идея на пол на самом деле, потому что она не упадет же сейчас на пол. Да, она не упадет. Эх. Так, а если мы сделаем вот так? Короче, вот. Я как-то что-то тут придумал. Я не знаю, как это получилось, конечно, но... Сейчас цепляемся и вот жаримся нафиг. Давай, жарь меня. Фух, как тогда вышло. Я не знаю, как это получилось. Соточку, нам нужно соточку замутить. И... 98. 100. Теперь нам нужно перевернуться. Вот так вот. И сделать вот так вот. Наверное, так получится. Так. И вот так вот. Жаримся. Да, все получается. Фух. Это было потно. Капец, как потно. Но зато у нас равномерно прожаренный будет тост. 100% с одной стороны, 100% с другой стороны. Мы, правда, грязный капец как. И отваливаемся. Ну все. Фу, какой я ужасно некрасивый, слушай. Ну... Да, такое ощущение, как будто он подпаленный, да? Все, я тост. Ну, съедобность 100%, потому что у нас была неуязвимость. Следующий день, погнали. Ванная комната, походу, будет. Что ж наш доктор нам говорит? Значит, сегодня утром гражданин Мертон пришел ко мне в ужасном состоянии. Он рассказал о своей теории, что хлеб был каким-то образом является ответственным за случившееся. Подожди, еще разок. Что хлеб был каким-то образом является ответственным за случившееся. Что за перевод корявый такой? После чего он описал, как оставил буханку хлеба в спальне и, вернувшись с работы, нашел спальню в полном беспорядке с восседавшим посреди разгрома тостом. Сегодня он ушел, сказав, что сегодняшний день станет днем, когда он убедится в правильности своей теории. Я решил напомнить гражданину Мертону, что он делает весьма нелепые заявления, и попросил его успокоиться и подумать над тем, что он говорит. Из наших предыдущих встреч мне стало известно, что дом гражданина Мертона находится не в идеальном состоянии. Я подозреваю, что он переживает момент осознания истины. Что касается этой буханки хлеба, я не совсем понимаю, какой за этим скрывается смысл. И мне трудно найти подходящий выход для пациента.
Независимо от этого, я подыграл гражданину Мертону и сказал, что ему необходимо выбросить эту буханку как в физическом, так и в фигуральном смысле. Я надеюсь, это позволит ему прекратить перекладывать вину на хлеб, и мы можем продвинуться вперед в процессе лечения. Ванная комната. Да. Значит, наш хозяин специально убрал нас в ванную комнату, чтобы убедиться, что действительно мы косячим в его квартире. Ох-ох-ох, а там мокро, кстати, внизу. Смотри, сколько воды. Что ж, по стеночке придется убираться, да? Так себе по стеночке, конечно, может быть, наверх. Давай попробуем наверх залезть. Что ж, мы уже упали. Хватаемся. Хватаемся, теперь сюда. Ой, мы открыли дверцу. Понятно, нет, давай назад. Хорошо. Попробуем тогда другим макаром. Цепляемся сюда. Встали, отдохнули. Хлеб, подожди. Это звучит, конечно, странно, встали, отдохнули, но... Для этого хлеба это работает именно так. Кунг-фу, покажи нам, пожалуйста. Блинский, как неудобно камера здесь сделана. Это просто абзац был. Давай подпрыгнем. Там раковина, если что. О, я упал прям в раковину. Все, я стал мокрым мякушком. Давай по новой. Дубль 2. Я думаю, что нам нужно как-то зацепиться за дверь. И что, и дверь откроется? Нет, нам по-любому надо зацепиться за дверь, потому что других вариантов у нас не будет. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно будет зажать эту и эту кнопку в случае, если я успею. Ладно, погнали. Да, получилось. Полезли по дверке. Отлично. Теперь мне нужно что сделать? Мне нужно отпустить R2, оставить это, отпустить и подняться наверх. У меня захватом уже проблемы. Давай, хлеб, нам надо подняться повыше. Вот, ладно, здесь пока потусим. Стой, где мы? С баночками, с кляночками. Все, силу восстановили, отлично. Поднялись на второй этаж. Фух, это было немножечко потно. Так, но тут, я думаю, мы справимся. Полезли? Полезли наверх. Просто взбираемся наверх. Мешают какие-то бутылки, блин. Давай, я знаю, что ты можешь пересилить себя. Есть чертова бутылка. Helder Shoulder слона. Или это шампунь, я не знаю, как еще это назвать. Никогда не мог выговорить. В топку его, короче. Так, мне надо L2. Сейчас силы кончатся, нафиг, я сейчас отвалюсь. Так, падаем. Ладно. Восстановили силы. Силы восстановили. Так, наконец-то мы выкинули эту бутылку, она упала прямо в раковину. Как бы нам грамотно теперь залезть, вот так вот, давай сделаем вот так вот, цепляйся, ты же можешь зацепиться, чё ты, вот, теперь наверх, отлично, главное не закрой нас, дверка не закрой нас, так, подожди, я сейчас упаду нафиг, да. Тут чисто, не надо говорить, что тут грязно, тут нормально. Видимо, стенки очень грязные, если к ним прикасаюсь, да? Подожди, давай-ка я попробую. Да, стенки очень грязные. Но что мы видим с тобой? Мы видим, что там уточки плавают. Об что мне можно тут? Об лампу нет. Фен, я вижу фен, мы можем феном, да, точно, феном зажарить себя. Как только туда пробраться-то? Прыгать придется. Вон там ваза есть. Нам ее надо сбить. И сверху прыгнуть. Я думаю, что да. Это гениальный план. Сейчас я подвинусь немножечко. Так, погнали. Да почему грязь-то тут? Я даже до стенки не додвинулся, не дотронулся. Так, надо развернуться. Аккуратно развернуться. Как-то, чтобы не коснуться стенки. Вот. Нет, отодвигайся от стенки. Ужасная стенка. Вот так вот. Еще чуть-чуть. Нет, вот, наверное, вот так вот. Чтобы туда шмальтальнуться. Так, раскачиваемся. О, здесь как бы отлично. Все, полезли наверх. Давай. Опа. Давай. Отлично. Вот так вот. Все, мы на полке. Почти на полке, у нас силы кончаются, но мы на полке. Нет, только не упади. Фух, отлично. Так. Бутылку. Лучше за нее не хвататься, иначе мы нафиг полетим вниз.
Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно зацепиться за плитку. Она тут, кстати, чистая. Это очень нас радует. Давай. Зацепись. Ну, там идет L1. Я вижу, что он что-то за что-то цепляется, но... Но что-то как-то плохо получается. Долбанное... Хэндалшо... Хэнда... Да твою ж налево. Хэрдал... Блин. Фиг вы говоришь. Кто придумал это тупое название? Хэндалшолдер... Чухо! Да стой, держись! Черт! Давай, я верю в тебя, братишка. Фух. Долбанное стекло от разбившегося стакана. Давай, 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 наверх, 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 наверх. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Так, R1 отжимаю, оставляем. Подъем. Вот так вот. Долбанное. Так. Спокойно, спокойно. Фух, фух, фух. Ванная комната полна опасностей. Так, отлично. Кажется, у нас получается. У нас съедобность, правда, вообще отстойная. 31%. Ну что это такое? От меня останутся крошки, пока я туда доползу. Дверь. Как нам преодолеть дверь? Нам надо взобраться наверх. Другого пути нету. Ладно, хорошо. Значит, к стенке. К стенке. Вот так вот. Да, скинь ты этот горшок, он мешает нам. Ну давай. 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 Не получается. Давай. Давай. Да что ж такое-то? Он не раскачивается, этот горшок. Ладно. Ладно, ладно. Сейчас я что-нибудь придумаю с тобой. Я сейчас нафиг с ним сброшусь. Это плохая идея, конечно. У меня силы кончились. Но мы его немного подвинули, как бы, поэтому... Сейчас вероятность того, что мы осилим, должно все прокатить. Черт. Вот так вот. Спокойно, спокойно. Тихо, хлебушек. Не надо так. Не надо так со мной. Вот, отлично. R1, L1. Вот, я хватанул. L. Спокойно. R. Вот. Теперь R1. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот, отлично. Теперь R2. Давай. Давай, давай, давай. Ты можешь это сделать. Давай. Давай. Ну же, хлебушек, не подводи меня. Черт, камера, сраная камера, я сейчас упаду. Чертова камера! Нет! Обосраться не встаться! Да чтоб тебя, дерьмовая камера! Нам дали бессмертие. Все, потому что мне сказали, ты никчемный кусок хлеба. Поэтому... Нет, я, конечно, могу попытаться еще самостоятельно это все сделать. Прям вот на изи. Давай, я сейчас еще разок сам попробую. Тью, как меня бесит эта камера, убогая вообще. Зачем ее такую сделали? Мы можем, в принципе, упасть на раковину, с раковины на стенку. Такое вполне, вполне реально. Так. Вполне реально, если грамотно... Но почему-то не схватился, не схватился. Воу-воу-воу, кульбиты какие пошли. Нормально, об мусорку все хорошо. Главное теперь в эту мусорку не свалиться. Давай, к стеночке. Да что ж такое-то, что там зацепился-то? Блин, прикинь, я в текстуре застрял. А-а-а. Давай по-новому. Это абзац. Собрались. Мякушка, крошечка. Давай. Сейчас грамотно, просто грамотно надо свалиться. Вот. Вот, вот тут. Если ты так упадешь, ты попадешь в раковину. Поэтому, если мы сделаем... Нет, ладно, давай, попробуем. Вот тихонечко, красавчик! Малышечка моя. Ты просто прелесть. Кусочек хлеба наш прекрасный. Давай вот сюда падай. Спокойно, спокойно. Держимся, держимся. Давай теперь наверх. Наверх, говорю. Ну что ты же можешь развернуться. Вот, 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 вот так вот. Вот так вот, да-да-да-да-да. Тут нам мешает, конечно, что-то. Давай, поползли наверх. Нам нужно где-то передохнуть. Это снова нам вернуться надо. Вот сюда. Черт, мы сейчас упадем. Давай, хватанись, хватанись. Давай. Все, силы кончились, но мы возле мусорки. Спокойно. Спокойно. Фух. Давай теперь наверх быстро. Ох, какая же беспонтовая камера. Я буду так говорить, наверное, в вечность, пока играю в эту игру. Ну.
Не подведи меня, хлебушек, давай. Так, теперь нам надо вон туда. Только не в рак. Ох, фух, 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 фух. Может, мы скинем этот стакан? Все, набрали сил. Просто, как бы ты понимаешь, да, с неуязвимостью играть очень легко, поэтому... Поэтому не те кнопки. Хочется без неуязвимости пройти. Отлично. Все идет по плану. Идет по плану. Нам осталось теперь только взобраться наверх. Вот так вот. Хватит ли нам сил добраться? Нет, нам не хватит сил. Здесь остановочка. Передых, передых, передых. Отлично. Так, L2, L1. Нет, это не то. Вот нам что нужно. Давай к стенке. R, L2. Отлично. Полезли наверх. Нам теперь надо подвинуться. Ой, да, хорошо. Как надо. Вот. Там уже грязно наверху. Можно тут свалиться. Это зря я, наверное, сделал. Я теперь сейчас не выберусь отсюда. Ладно, будем пробовать. Давай. Вот, отлично. 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 Меня вот так устраивает вполне. И это лезть. Там уже грязно. Понятно. Так. Давай, падай. Падай, 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 падай. А, нет, стой, нам надо назад. Нам срочно надо назад, иначе у нас сейчас... У нас сейчас силы покинут нас. Нет, 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 нет. Нам надо сил набраться. Так, значит, нам потом по двери. А где нам потом остановиться? Как бы нам остановиться? Где бы, как бы? 35% грязности. Ну, в смысле, 35% съедобности. А все остальное грязно. По двери, только по двери. Скорее всего, по кромке двери будем перебираться. Так, что ж, погнали. Давай, выбирайся, выбирайся. Ну же, ну же. Вот, только в другую сторону. Ой-ой-ой, 34 уже. Вот, нет, туда не надо так делать. Туда не надо так делать. Я ж тебе говорю, не надо так делать, это плохо. Хлебушек, слушай меня, и все будет у нас пучком. Нам нужно вот сюда, да. Вот сюда кромки двери. Кромки двери. Это плохо. Это плохо. Хлебушек, это плохо. Кромка двери, хватайся. Нет, не цепляйся туда. Да что ты творишь-то? Но нет! Же! Не надо там! Господи, какой ты хлеб! Вот тебе говоришь, да ты посмотри, что он творит! А так как. Эх, все, я сейчас тут откинусь. Мы захватимся сюда, нет? Все. Капец. Я выбесен. Пошли неуязвимость брать. И все, нафиг. Это невозможно. Ну как, если у тебя еще и силы в хлебе кончаются, которых как бы откуда они берутся? Святая сила какая-то. А кто это придумал? Это так сложно. Ну честно, я не знаю, как еще по другому пути туда пробраться. Берем неуязвимость и пошло оно все, знаешь, куда подальше. Ой, хлеб случайно взял. Давай, раскачивай. Утопил батон. Вот, будет знать. Я тоже, в принципе, могу сюда спрыгнуть. Вот, отлично. И пофиг на воду. Пошли. Там, кстати, что это за розетка вон красная? А что это за розетка? Там нам еще фен, что ли, включить надо будет? Слушай, ну тут есть как бы вот это обогреватель. Его тоже можно включить. Вроде бы. Но я думаю, что фен лучше. Так. Фен лучше. Я сейчас, конечно, попробую. Может, его как-то подкатить надо, я не знаю. Ладно, давай взбираться. Господи, пока все кнопки переберешь, это ж с ума сойти можно. Так. Он очень хорошо катается, потому что на колесиках, но он не работает, и кнопку там я точно не нажму. Значит, нам нужно достать 100%. А как вот, слушай, а как? Вот если бы у меня не было неуязвимости, как бы я достал вот эту вот фигню? Кто мне это расскажет? Как это достать? Это как-то нечестно. Давай же, доставайся. Я почти тебя достал. Вот так вот. Нет, только не туда. Нам надо тебя вот сюда вытащить. Вот. Давай. Вот, отлично. И он вроде как работает даже. Слушай.
Ни к чему не подключен, но работает. Может, если кнопочку нажать, вот эту кнопочку надо нажать. Вот эту вот кнопочку. Нет, это не кнопочка. Это не кнопочка. Ну ладно, пускай она здесь будет, вот эта фигня. Мы сейчас наверх залезем и посмотрим, фен вообще возможно включить или нет. Оп, оп. О, черт! Хьюстон, мы падаем. Вот, отлично. Так, фен. Может, его просто прикоснуть надо пимпочкой к пимпочкам? У него тоже пимпочка есть, смотри. Фен, мы тебя уроним? Пойдем. Пойдем с нами. Пойдем, говорю. Что-то не идет. Не хочет. О! Приз получен! Сухой ржаной! Ага. Кнопку надо было просто нажать. И как бы все заработало. Осталось только как-то туда подлезть. Как туда подлезть? Стакан, уйди нафиг. Давай я тебя сейчас скину. А то ты мне тут мешаешься. Давай, вот так вот. Отлично. Скинули его. Пожаримся? Немножечко. Ты нас будешь жарить? Фен. Фен. Что-то он не хочет. Если я вот так вот сделаю. О, вот так пойдет. Ух, как углем запахло, ты посмотри. Нормаленько. Сейчас надо будет перевернуться еще. Отлично. 70-70. Не переборщить бы, главное. 90-100. Снова тост какой-то ужасный получился. Непонятный. А раз заворачиваемся. Вот. И надо упасть. Вот. Давай. Черт. Как-то плохо мы упали. Так пойдет? Да, 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 да. Пойдет. Фух. Как-то с горем пополам, но получилось. Не зря все-таки неуязвимость тут дают. Это чертовски сложно. Ну и этот нам не нужен. Удлинитель. Он тут вообще никак не нужен, походу. Готово! Съедобность 100%, качество тоста 71-22, время такое-то. Следующий уровень разблокирован, это гараж. Да ты что, хочу посмотреть, что скажет наш хозяин. А хозяин говорит своему доктору-терапевту следующее. Я посчитал важным записать сегодняшнее, точнее это доктор говорит, я посчитал важным записать сегодняшнее событие, несмотря на то, что у нас не было официального сеанса, поскольку гражданин Мертон пришел ко мне домой, крича, что он не сумасшедший и что во всем виноват хлеб. Находясь явно в сметенных чувствах, я спокойно сказал ему, чтобы он оставил здесь свою машину и прошел со мной в офис для сеанса. Предварительно я позвонил на работу и обеспечил охрану. По дороге в офис он описал, как запер хлеб в ванной комнате. И вернувшись домой, он обнаружил, как куску хлеба удалось стать тостом. Очевидно, это было то доказательство, которое ему требовалось. Мы прибыли в офис, где мои служащие быстро отвели гражданина Мертона в безопасное место. В целях безопасности его нельзя было отправлять домой и оставить в одиночестве. Он сразу сильно расстроился. В основном из-за того, что, по его словам, завтра приедут мусорщики, а буханка находится в мусорном баке, который стоит в гараже. Ее же следует уничтожить. Он успокоился только после того, как я пообещал выставить мусорные баки на улицу, когда я верну его машину на место. Я уже вызвал несколько специалистов, и я увижу гражданина Мертона уже завтра. Боюсь, наши сеансы – это единственная его связь с нормальной жизнью. Ах, хлебушек, что ты натворил с гражданином Мертоном? Мы в гараже, в мусорном баке, и нам нужно отсюда теперь как-то выбраться. О, там разбитые тарелки, он прям целый батон выкинул. Вот такие дела. Если ты хочешь увидеть продолжение хлебушка, выберется ли он отсюда, не увезет ли его мусорная машина, то ставь лайк под этим видео, подписывайся на канал. Если ты еще не подписан, подписывайся на Яндекс.Дзен, все ссылочки в описании, если что. Ну а на этом все, спасибо, что смотрел. Увидимся в следующем видео. Так что до встречи.